Сьогодні саме той день, коли ми поговоримо з вами про обійми, про їх силу, все ж таки дізнаємося від нашого психотерапевта, який вже завітав до нашої ранкової студії. Це Наталя Шестак. Розкаже нам всі секрети та нюанси, що ви по обіймах будете знати, як до вас ставиться людина. Доброго ранку. Доброе утро. Скажіть, будь ласка, взагалі, яку роль займає в нашому житті саме обійми? Это способ невербальной коммуникации, который существует там с древнего мира, потому что еще были найдены наскальные рисунки, где люди обнимали друг друга. То есть, когда я что-то не могу сказать, когда у меня не получается что-то такое придумать, ну вот обнимашки выручают. Ага. И с точки зрения психотерапии, скажем так, да, психологии, смотрите, у нас есть такой момент, когда мы нуждаемся в психологических поглаживаниях. Ага. То есть если нас вот с утра, да, так, обнимает там жена, муж, кто-то очень близкий, дорогой, мы понимаем про то, что нас принимают. Мы понимаем про то, что с этим человеком все в порядке, со мной все в порядке, и вообще в мире все хорошо. Обнимашки — это такая, знаете, пропаганда с утра, если мы про утро говорим, о том, что все окей, в общем-то, меня мир принимает, никто меня не отчуждает, день будет прекрасным. Ага. А якщо ми зараз приберемо партнера, якщо, ну, там психологи іноді рекомендують обіймати сам себе ось так от якось по-доброму, це теж впливає позитивно чи ні? Да, смотрите, с точки зрения физиологии есть такой момент, когда мы дотрагиваемся до своего тела, как-то вот мы себя любим, гладим по ножкам, по головке, по ручкам. У нас от этих действий в организме выбрасываются некоторые нейромедиаторы. Например, это окситоцин. Да. Угу. Это такой гормон нежности, доверия. То есть человек наполняется вот таким составом, где... он находится в комфортном состоянии. То есть, смотрите, это чисто физиология, когда вот мы вот так делаем. Кроме того, выбрасывается эндорфин. Мы все опытные знаем, что эндорфин — это что? Это гормон радости. Mm-hmm. Да? То есть окситоцин первое, второе — эндорфин, да? А третье — снижается уровень кортизола. А кортизол — это у нас стресс. Поэтому представляете, какое богатство мы приобретаем, даже если мы сами себя вот как-то так понежили. Да? Mm-hmm. То есть мы, получается, сняли тревожность, мы сняли стресс, если у нас там с прошлого дня что-то накопилось. Мы выбросили у себя самостоятельно эндорфин, такая радость внутри, позитив. И при всем при этом, когда вот вырабатывается эти нейромедиаторы, у человека усиливаются обменные процессы и повышается иммунитет. Ух ты! То есть в наше непростое время, представляете, как важно. Если мы обнимаем друг друга, мы даже вот такую делаем акцию против коронавируса. Повышаем иммунитет. Пані Наталя, ви сказали про те, що ось так от можна знизити тривожність. Угу. Це допоможе у боротьбі з тривожним розладом чи ні? Ну, если мы говорим про такие глубокие вещи, да, одни обнимашки, конечно, не помогут. Тут должна быть серия разных мероприятий. Но с другой точки зрения, когда накрывает тревожность у любого человека, так, вот когда вот у вас эфир, когда у вас там что-то, вы понимаете, чуть-чуть что-то не так, да, вот элементарно вот эти вот вещи, они делают вас более цельными, что ли, более такими собранными, да. Есть у нас такая точка, вот если посмотреть на спине, там, где крылышки вырастают, так, вот на лопатках, да, там есть вот это вот место, где как раз выбрасывается окситоцин. И вот когда влюбленные обнимаются, мы же обнимаем как? Вот, да, да, вот за вот, лопатки, вот там. Так, так. И там такое идет сразу салютики, вот эти выбросы. Почему влюбленные чувствуют, что им лучше, ну, друг с другом, чем с кем-то? Да, чем без. Потому что у них существует вот эта вот традиция, да? Вот, поэтому вот такое обнимание, оно... хорошо, оно полезно, но когда обнимашка идет с дотрагиванием до определенных точек, как я сказала, да, ага, точка там, где крылышки у нас растут, да, идет бурный такой выброс окситоцина, и тогда нам как бы лучше. То есть, смотрите, получается, обнимашки бывают разные. Угу. Они бывают по длительности разные, они бывают по интенсивности, по тому, в каком месте мы поглаживание делаем, за какие части тела мы вот при обнимании трогаем, да. И есть такая... информация. Известный американский психотерапевт Вирджиния Сатир, к сожалению, ее уже нету, она представитель 20 века, она сказала, что для того, чтобы быть здоровым, счастливым и вот таким цельным, нужно обниматься не менее 8 раз в день. Ух ты. Это заявил психотерапевт, достаточно авторитетный в нашем мире. Я считаю, что как бы, ну, не является такой прям сильной аксиомой, что нужно подойти и сказать, так, ровно 8 раз ты должен меня обнять. Так, только 3 раза, давай обнимай, еще 4-й, 5-й. Смешно, правда, получается? Так. Вот. Но идея в том, что чем больше мы обнимаемся, тем больше мы наполняемся вот этими нейромедиаторами, и лучше мы себя чувствуем. Есть, кстати, такая информация, что, как-то я читала, что одно обнимание, оно соответствует тому, что вы съели такое хорошее, вкусное яблоко. Представляете? Да. Ну, я не предлагаю перестать кушать, а только обниматься. Но, тем не менее, видите, такая вот полезность получается даже при сравненні з яблуками. Знаєте, що мене зацікавило? Ви кажете про обійми у різних точках. Тобто я помічала, наприклад, на своєму прикладі і на прикладі там друзів, що є тип обіймів, коли обіймають за плече, тобто рукою, потім є щось обійми, як ви показали, обійми, наприклад, за талію. Чи можемо ми ще розглянути ось ці два види, що вони, ну, при собой скрываю, что они могут сказать нам? Вот это обнимание, когда вот за лопатки, это самое нежное, трогательное и доверительное. Да? Ведь вот это обнимание, как я сказала, это способ невербальной коммуникации, показать человеку, что все окей, я тебе доверяю, ты мне доверяешь, и нам дальше легче коммуницировать. Да? Но люди есть разные, кто-то более приятен, кто-то менее приятен. И всех одинаково обнимать не будешь. Ну, поэтому вот когда вот такое прямо за лопатки, и не менее чем 20 секунд, когда вот вы обнимашку сделали, и вот вы прям, знаете, вот прям чувствуете, как вы обмениваетесь энергией. Так. Вот именно обнимашки вот с этим посылом, что я обмениваюсь энергией, я тебе даю, а ты мне. Вот именно они полезны. Да? Вот 20 секунд. И даже есть такой в психотерапии такое упражнение есть. Говорят, что вот если охладели отношения в семье, да, ну что, разводиться? Нет, ну кризисы у всех семей бывают. Есть такое упражнение, когда человеку, который хочет наладить, предлагается не 8, 3 обнимашки, минимум чем 3, то есть 2 и 1 не подходит. Вот 3 обнимашки и вот такие вот длительные, по 20 секунд, с тем, как ты обнимаешь. И вот прям чувствуешь, когда эта энергия переходит. При этом рекомендуется посмотреть, кто на ком висит. Если, например, люди должны стоять равноправными. Если кто-то на ком-то висит, здесь не происходит тот целебный момент, который максимально может произойти. То есть от тебя забирают? Выходит? Смотрите, если вот на мне висят, у меня больше забирают. Понимаете? Так. Поэтому очень важно при налаживании семейных отношений, чтобы эти обнимашки были равнозначные, чтобы никто ни на ком не висел. Вот мы обнялись, вот мы стоим, и вот нам хорошо, мы прям чувствуем, как вот эта энергия, вот она ходит туда-сюда. Но при этом удобная позиция равноправного обнимания. А якщо плече, от за плече, так, знаєте, обіймають і все. От, тобто якась, наче є обійма, наче якась зона, ну, не хочу заходити на твою зону. Да, вот, ну, вы сами говорите о том, что это такое более дружеское, да? Если, например, человек не хочет, чтобы его обнимали, то у него нету этой пользы от обнимашек. То есть мы получаем пользу, когда есть обоюдное желание и согласие на это обнимание. Ну, представьте, вы идете по улице, навстречу бежит какой-то человек с распростертыми объятиями, прыгает на вас, обнимает вас. Вы что, получаете кайф от этого? Нет. Вы чувствуете, что наехали на вашу территорию, вы этого не хотели, а что-то у вас забрали даже. Это про то, о чем говорите, да? Поэтому здесь обнимашки, они хороши, когда есть обоюдное согласие. А если навстречу идет человек, который, ой, как мы давно не виделись, а мне он не нужен в данный момент в этих обнимашках, тогда нужно просто человеку обозначить. Я рад тебя видеть, но я не люблю обниматься. Ух ти! А це, ну, а як сказати, щоб не образити, знаете? Ну вот, а вот так, как я сейчас сказала. Я рад тебя видеть. Мы сделали человеку вот такой посыл. Ну, рада я тебя видеть. Ну вот сейчас я не люблю обниматься, поэтому извини. Это про власть не мечи. Да, это про защиту своих личных границ, да. Если, например, мы говорим про детей, то, опять-таки, например, начиная с 5 лет, у ребенка нужно спрашивать. Можно я тебя поцелую, можно я тебя обниму. Ух ты. А у нас приходят бабушки, дедушки. Поехали. И поехали, зацеловывают, и вообще не спрашивают ребенку, надо это, не надо это, да, вот они решили, они заскучились и все. На самом деле это неправильно, потому что мне решать, хочу или не хочу, да? А вже в більш дорослому віці. Ну от, наприклад, якщо там доньці чи сину вже десь 30, і мама підходить там, просто цілує, вона повинна питати, чи все ж таки можна вже просто підходити? Смотрите, если есть же люди, которые выросли и не привыкли к этим обнимашкам. Есть такой синдром мертвой матери, когда сухая женщина, у нее своя история, у нее были суховатые родители, но она дальше так теперь эту сухость передает в отношениях со своими детьми. Да? Да. Она не, скажем, приучила с детства обниматься. Если этого не было, то эти обнимашки, они как насилие происходят. Кстати, если ребенка не обнимать, не зацеловывать вот в раннем детстве, он же становится либо психопатом, либо социопатом. То есть он не умеет делиться эмоциями, он не умеет их переваривать, перерабатывать. Это такая непростая ситуация. И потом, когда он вырастает, не зацелованный, незалюбленный, да, ребенок, он вырастает, и он потом как бы предъявляет миру претензии. Все должны его принимать. Вот меня не обнимали, вот теперь принимайте меня таким. И он как бы мстить начинает окружающему миру за то, что его в свое время не принимали, за то, что его бросили. Поэтому, смотрите, обнимашки, они такие непростые в нашей жизни. Помимо того, что они, как я сказала, снимают тревожность, снимают, понижают уровень стресса, повышают иммунитет и наполняют человека эндорфином, хорошим настроением. Да? Опять-таки, при борьбе с депрессией обнимашки — это же такой целый лечебный момент. Да? Ну, потому что мы эндорфином наполняем человека. А в боротьбі з депресією це ми маємо зараз на увазі клінічні випадки і як допоміжна терапія? Чи це все ж таки початкові там стадії? Опять-таки, все очень индивидуально, но я бы и вот и это, и первое, и второе использовала. Потому что человек, который находится в состоянии депрессивного расстройства, ему ничего не хочется, ничего не надо. Когда мы выбрасываем при обнимании у него нейромедиаторы эндорфина, да, вот то, что я выше сказала, ведь это как он таблетки принял. Ну, получается, это начинает работать на его ситуацію. Пані Наталя, от мене, знаєте, цікавить тут такий момент, все ж таки, якщо ми підійдемо з психологічної точки зору, от у людей досить часто останнім часом буває таке, що і комплекси вспливають, так, і тривога досить часто, ну і взагалі. Таке життя не дуже яскравими фарбами наповнене. Якщо людина буде ось там робити і собі ось так, як ми казали раніше, і з партнером буде обійматися правильно, то чи може це казати про те, що людина буде робити перші кроки назустріч собі, аби пізнати перш за все себе, відчути себе і зробити своє життя більш якісним? Так, так, так. Тобто, як, ну, умовно кажучи, в ранішній ритуал, там декілька секунд ось так постояти, то це вже будуть певні покращення. Да. Кстати, сейчас вспоминаю, вот какая-то картинка у меня перед глазами. Вот помните, когда показывали фильмы про Великую Отечественную войну? Да. И вот стоит женщина и ждет, когда вернется с фронта ее любимый. Она ждет, она в этом ожидании, она в этой тревоге. Вот. И она стоит вот так вот, не покрывала, а шарф какой-то, так, платок такой, да. Он вот так вот, как объятие, да? Он как бы соприкасается с вот этой точкой, где окситоцин выбрасывается, да, где вот крылышки у нас вырастают. Вот это самая такая сильная точка для выброса окситоцина. И вот женские платки, когда вот женщина вот так вот себя, да, вот... обнимает этим платком, и она стоит и вот так вот делает руки. Так. Ведь, помните, да, вот много таких фотографий, картинок. Она, когда ждет, не знает, когда придет с войны, вообще придет он или нет, она себя так поддерживает. Вообще вот эти женские платки, вот эти вот, когда мы как шаль используем, они вот такую делают большую пользу для усиления женственности, для, опять-таки, создания такого комфорта, да, уюта вот для женщины, да. Если мужчины рядом нету, вот этот интересный национальный платок, вот он может быть так, и важно, пользу. Більш об'ємний, більш такий великий. Да, да, да. Ви зараз сказали, прям. Правда? Вот так вот, чтобы плотненько вот себя вот так вот обернуть, и как будто бы человек защищенный, как будто вот он, да, вот... Знаєте, я маю до вас ще одне запитання стосовно дітей, те, що ми говорили. Ось, наприклад, з дівчатками все зрозуміло, якось з ними легше. Там кіця, зая, солнышко, любима принцеска, обіймаємо і все добре. З хлопчиками ж така історія, що інколи саме татусі займають позицію, що мама, давай там, типу, не залюблюй сильно, там не обіймай. Ось до якого віку і чи нормально, наприклад, якщо чоловік обіймає так само сина, щоб ось відбувався оцей момент того, що, ну, хлопчику потрібна теж ця підтримка, ось ці обійми. Що робити? І як правильно виховання хлопчика і тата? Ось цю поведінку розглянути. Для дівчинки дуже важен папа в житті. Це, скажімо так, орієнтир того мужчини, який потім вона для себе буде вибирати, коли виросте. Тому для дівчинки, яка росте, дуже важливо, щоб папа її зацілував до 5 років. Когда она чувствует вот эту защиту мужскую, да, тогда она будет выбирать себе в мужья нежного мужчину. Для мальчика, в принципе, та же до 5 лет мама. Так. Это пример, кого он будет в жизни потом выбирать. Да? Если мама нежная, мама обнимающая, он потом тоже будет себе выбирать такую жену, и он тоже будет ее обнимать, и будет нежный в отношениях. Да? И дальше, опять-таки, настолько все в жизни сейчас индивидуально. Если ребенок подходит к вам, ему уже там 10 лет, а он мальчик, он хочет, чтобы его обняли, ну что, нам трудно обнять ребенка? Если, да? Если он подошел к папе и говорит, пап, там, вот у него потребность такая, вопросов нет. Все очень индивидуально, и если ребенок просит, надо ему это дать. По опыту, скажем так, все равно мальчики становятся мальчиками, потому что есть школа, есть спортивная секция, есть что-то, что показывает пример, да, мужского воспитания. Но нежность никто не отменял. Если мужчина и мужественный, и в то же время умеет быть нежным, ну что в этом плохого? Правда? Так. Напевно, це добре. У мене таке єдине от зараз запитання є такого характеру, що, от, наприклад, давайте візьмемо на прикладі там, сімейну пару, і хтось один із партнерів не звик обійматися, а хтось звик, і це нагальна потреба. Як правильно випрацьовувати ось цей ритуал? І піде чи він на користь один одному? Очень здорово, когда в семейных отношениях люди общаются. И если получается, да, один человек с одного мира там обнимались, другой человек с другого мира там не обнимались. И вот тот, который страдает и нуждается в этом, он должен про себя говорить: «Я очень нуждаюсь в твоих объятиях». На лбу у вас не написано «обними меня». Подходите и говорите: «Я нуждаюсь, мне очень нужно это». Ну, то есть, когда люди встречались, там же происходили какие-то объятия, нежности, да? То есть, если, получается, мы начинаем молчать и обижаться, ну, это дорога в никуда, это в результате кризис, который может привести к разрыву пары. Нуждается человек, есть потребность, надо просто про это озвучивать. А если, например, тот, который не обнимается, он говорит: «Ну, мне это как бы не надо, я от этого не получаю кайф», он слышит: «Ну, я тебя слышу, я понимаю, а мне это надо. Давай тогда вот, ну, если тебе это не надо, просто услышь меня. Вот подари мне это объятие, вот сделай для меня, ты же меня любишь, вот подари мне это, сделай для меня приятное». Ми просто зараз з вами, знаєте, так дуже обережненько прийшли до найголовнішого, на мою думку, так, суб'єктивно. У відносинах важливо говорити. Дуже важливо. Про те, як саме правильно говорити, аби твій партнер тебе почув, і ти, у свою чергу, також умів чути партнера. Шикарний вопрос, шикарний вопрос. Да, к сожалению, мы не умеем разговаривать, нас этому мало кто учит. Надо говорить про себя. Вот как я сейчас сказала, смотрите, первый вариант. Ты меня не обнимаешь, ты сухарь, ты меня обижаешь, ты меня не любишь. Это наезд, правда? Для того человека, который... И сразу агрессия, и этот человек, он начинает, на которого наехали, защищаться. так, как у него получится в данный момент, да? Как его научили. Но, во всяком случае, после такого разговора ему не захочется обнимать. Mm-hmm. Второй вариант, правильный вариант. Когда человек говорит про себя. Я уже сказала, но сейчас повторю, сакцентируя внимание. Я говорю про себя. Я очень страдаю, когда ты меня не обнимаешь. Я страдаю. Я рассказываю про себя. Угу. Понимаете? Я нуждаюсь в твоих объятиях. Я очень бы хотела, чтобы мы с тобой вели некий ритуал. Ну, например, кстати, вот ситуация, которая в моей семье. Я очень люблю обниматься. По молодости очень любила целоваться. Ну, сейчас уже как бы обнимашки остались, да? Вот. А мой муж, он вот как вот вы рассказываете, да? Все как про меня сейчас получается. Я ему говорила о том, что когда, вот, да, прошло время, но когда ты меня не обнимаешь, я чувствую, что я тебе не нужна. Давай с тобой ведем некий ритуал. Вот я прихожу с работы, я к тебе подхожу, ты меня обнимаешь, и так крепко-крепко-крепко-крепко. Я тогда буду чувствовать, что я пришла домой, а меня здесь ждут, и меня здесь любят. Смотрите, как я сказала. Я рассказала про себя. Да. Угу. То есть, если человек на меня реагирует, значит, я ему важна. Так. Если человек не реагирует, ну, ему безразлично мои переживания, тогда, кстати, можно... Надо сказать, что когда вот я говорю про себя, можно повторить второй раз. Например, я поделилась с мужем о том, что я вот хочу ввести такой ритуал, вот поддержи меня, пожалуйста, потому что я нуждаюсь, мне вот это важно. Если вдруг там, много лет этого не было, один раз я сказала, он меня услышал, но рефлексы-то остались, так. Да? То есть я могу повторить второй раз и сказать, ты знаешь, я тебе уже говорила, мне очень важно это, пожалуйста, услышь меня еще раз. То есть можно второй раз сказать, обратить внимание. Но если опять ничего не происходит, я спрашиваю третий раз, и тогда потом я заявляю. Слушай, Саш, ну вот, скажи, пожалуйста, я тебе говорила, ты там кивал, смотрел на меня, мне казалось, что ты меня слышишь, ты соглашался, но вот в результате ничего не происходит. И вот сейчас главное, как я так говорю, что ты меня не слышишь? Вау. И тогда, получается, может быть, будет такой момент, когда он скажет, у меня была такая ситуация в семье, когда у меня наушники, у меня много клиентов, я по наушникам часто бывает. Вот я с работы прихожу, например, поели, я встаю, мою посуду, у меня тут наушник, мужу своему что-то говорю, мне кажется, он на меня смотрит. И так было несколько дней подряд. А потом я прихожу, моя просьба не выполнена, я разозлилась, подхожу к нему и спрашиваю, я тебе вот 2 раза говорила, ты мне кивал, сейчас ничего не происходит, и вот эта фраза замечательная, как я так говорю, скажи мне, может быть, я так говорю, что мне надо изменить, это, ну, как бы ресурс для роста в семейных отношениях. Вы знаете, мой муж на меня смотрит и говорит, слушай, давай так, если ты хочешь что-то мне сказать, вот ты садишься напротив меня, вот так прям берешь меня за руки, мне в глаза, и ты мне говоришь, и я буду 100% понимать, что говоришь, это мне ты. Угу. Потому что, говорит, ты ходишь все время с кем-то разговариваешь, у тебя все время здесь в ушах наушник. Я привык, что ты ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Понимаете? Если бы он мне про это не сказал, я бы в жизни про это не додумалась, о том, что я бы проживала свою историю, что мой муж вообще вот перестал меня воспринимать. У меня была бы трагедия, которая непонятно бы к чему привела, правда? Ну да. Вот. А так теперь, когда мне нужно что-то сказать, я все откладываю. У нас на кухне такой круглый стол, вот такой вот, ну, большой, да. Я сажусь напротив и говорю ему, вот так вот беру за руки, и он понимает, он полностью, вот он большое ухо, он полностью меня слушает. Так. Ну, это же здорово, да? То есть он мне подсказал, как мне с ним разговаривать. Это про то, как правильно. Правильно говорить про себя. И если это не получается... Рекомендация. Спросите, слушай, как я так говорю? Может, кто-то говорит тихо, кто-то громко, кто-то гундосит, кто-то там где-то себе под нос. Ну а если, ребят, да нет, ты нормально говоришь, ну тогда давайте к психотерапевту на прием. Тобто є вже певні дзвіночки, що проблеми? Ну, вы не слышите друг друга, или человеку неинтересны твои эмоции. Ты говоришь, что ты страдаешь, а ему как-то так. А йому фіолетово. Фіолетово. Я от, ви дуже таку цікаву річ сказали, коли ви сідаєте з чоловіком говорити, ви його берете за руки. Угу. Ось цей момент тактильності також допомагає? Да, это же как обнимашки. Понимаете, это что получается? Мы много говорили, что когда дотрагиваемся, у нас что выбрасывается? Окситоцин. Угу. Это гормон нежности и доверия. Если я сажусь с человеком, я взяла его за руки, или на плечо положила руку, неизбежно между нами уже произошел контакт больше, нежели я сидела бы вот на расстоянии и просто смотрела. Слухайте, ну дуже цікаво. Да. Я взагалі хочу сказати, по-перше, вам дякую, тому що, знаєте, цьому в школі не вчать, подружки про це не розповідають, але у нашій ранковій студії відкриваються всі ось такі закулісні секрети подружнього, нормального, сімейного життя. І, в принципі, я розумію, що тепер я буду намагатися виконувати це 8 обіймів в день, тепер обійматися. І взагалі дякуємо вам. Я думаю, і дівчата, і жінки, і мами зараз вам так само дякують з наших телеекранів. Рада бути полезною. Так, пані Наталі, я також вам дякую. Я сподіваюся, що прийде час, коли у нашій шкільній, ну, можливо, в університетській програмі ось будуть викладати те, про що ви кажете, аби ми жили, як то кажуть, ну, більш здоровішими. Да, я тоже за то, чтобы у нас в школе ввели психологию именно про умение общаться, про умение коммуницировать. Так. Мы, правда, все разные. Кто-то визуал, кто-то аудиал, кто-то кинестет, да, мы про это многое знаем. Для кинестета обнимашки, они просто вот прописаны с утра до вечера, да. Аудиалу, ему важно услышать какой-то голос, который вот будет такой вот в его попадающей там границе, да, визуалу надо увидеть, как ты на меня там смотришь, да. Все мы очень разные. Поэтому момент общаться с этим человеком так, с этим человеком так, а с этим так, ну это же здорово, да? Да, взагалі здорово спілкуватися, здорово. Дякуємо вам, що переглянули це відео, а мене звати Ангеліна Таран і це ютуб-канал «Правда тут». Ми раді, що ви завжди разом з нами і обіцяємо вам купу цікавого контенту. А мене звати Макс Сербін і я вам рекомендую підписатися на наш ютуб-канал, поставити лайк і написати приємний коментар, адже стараємось для вас. We'll be right back.